Всем привет, с вами Робинод. В этом видео я вам покажу, как скачать Bloody Europe 2 на Android. Для этого нам пригодится Яндекс или любой браузер. Заходим в него. Вот зашли. И пишем «Скачать Bloody Europe 2 на Android». Первый сайт. Заходим. Вот так у меня написано. Вот скачать Bloody Europe. Заходим в первый сайт. Зашли. И листаем самый вниз. Самый вниз. Вот. Тут есть у нас версия для ПК и для Android. Нам нужен только Android. Версия для Android. Нажимаем. Вот, видите, да? Нажимаем Android. Нажали. И тут у нас есть скачать. Нажимаем скачать файл. Да, нажимаем да. Начинается загрузка. Подождем. Ждем. Угу. После того, как вы скачали, устанавливаем. Устанавливается. Да. Ну, после того, как вы устанавливаете, не забудьте подписаться на канал и ставить лайки. И можете наслаждаться игрой. Всем пока!